Блицлав. 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 Не скажу. В 2014 году. Это останется тайной. Может, даже раньше. Не помню. Ну... Я, по крайней мере, не смотрела на него, как на своего потенциального мужа. И то, что у нас может быть что-то большее. Она никогда не здоровалась, первая. И мне всегда казалось, что это делается специально. А на самом деле она просто никого не видела вокруг. Она всегда ходила в своих мыслях. И от этого складывалось впечатление такое, что сама себе на уме. Ну, наверное, потому что я всегда, если говорю, я делаю и довожу до конца, что за каждое слово я отвечаю. Она это знает прекрасно. Красавица. В последнее время не напевает. Он вообще меломан, у него много песен. У нее столько работы, что она едет просто молча. Я даже когда погромче музыку делаю, когда мы вместе в машине едем, она просто потише, потише. У нее настолько гардероб интересный. Мы не можем сойтись на том, чтобы мы застегивали вот здесь пуговку повыше еще. Мы любим пониже. Но, по крайней мере, это работа. И я думаю, что мы договорились на том, что когда он со мной, пуговица застегнута. И все, она, пожалуй, на этом. Ты видела, в какой обуви она пришла сегодня? Вот один из примеров. Над приколами, над другими людьми. В Инстаграме над роликами это прям за милую душу. Это, если он назвал меня по имени, то это крайнее состояние. Самая плохая ситуация, если она злится, говорит Никит. А меня это просто выносит, я не могу просто. Мне нравится, как она относится к семье вообще в целом. То есть, ну, у нее большая семья, у нее там брат, сестра младшая, родственников очень много, двоюродных сестер, там, братьев. И, ну, у них такая какая-то сплоченная команда, и я считаю, что Даша в этой роли играет, ну, в этой ситуации играет огромную роль. Она так очень внимательно к каждому члену семьи подходит. Я думаю, что... Ну, в будущем с нашими детьми это сыграет большую роль. Он заботливый. Я всегда стараюсь сгладить этот момент как можно быстрее. Вообще не больше часа, хотя иногда хочется день не разговаривать, ну, лично мне. Он может долго не разговаривать. Ну, она утверждает, что она, хотя, наверное, все-таки я. Вообще, в принципе, я им объясняю, что всегда не правы два человека, и нужно разговаривать. Но это не всегда работает, и он, как настоящий мужчина, стоит на своем. Космос. Душевно. Он однозначно мой человек, мы... Очень похожи с ним. И я ценю в нем такие качества, как забота и вот это вот состояние защищенности рядом. За ее отношение к жизни и к людям. Это дорогого стоит.